Накануне годовщины гибели Павла Шеремета Международный комитет защиты журналистов представил свой отчет о ходе расследования этого дела. Украинских правоохранителей раскритиковали жестко за отсутствие результатов и непрозрачное расследование. Детали в сюжете. Отказ от правосудия. Расследование убийства Шеремета в Украине не принесло результатов. Так называется представленный сегодня в Киеве отчет Комитета защиты журналистов, крупнейшей международной организации, защищающей представителей СМИ. Отчет сначала представили на пресс-конференции, а затем уже перед депутатами на заседании парламентского комитета по свободе слова. Критику в адрес властей журналисты не скрывали. Мы не увидели достаточной политической воли властей страны для расследования этого запутанного и сложного дела, а именно должного понимания со стороны тех, кто руководит этим процессом. Что это дело должно быть национальным приоритетом и иметь полную поддержку всех политических институций. Украинских правоохранителей обвинили в нежелании раскрывать детали дела. В комитете всерьез обеспокоены и установленными фактами слежки за журналистами «Украинской правды». Есть некое ощущение, что расследование этого дела сейчас оказалось в ситуации, когда, как говорят, можно выйти на самих себя. Они расследуют действия своих же коллег. Есть много других журналистов в Украине, которые запуганы, которым страшно, им нужна ваша защита. За последние годы в Комитете защиты журналистов зафиксировали рост угроз в адрес журналистов в Украине. По словам Алана Росбриджера, там неоднократно получают сообщения о запугивании представителей СМИ и препятствовании их работе в Украине. В ответ депутаты заявили, не раз приглашали министра внутренних дел для отчета о ходе расследования убийства Шеремета и другим резонансным делам, но тот попросту не являлся. Я хочу звернутися публічно через засоби масової інформації до Арсена Авакова з вимогою прийти на день уряду в п'ятницю до Верховної Ради України і відзвітувати про хід розслідування цієї справи. Рік пройшов, ми хочемо знати, суспільство хоче знати, що відбувається в розслідуванні цього резонансного злочину і чому до сих пір суспільство не поінформовано про хід розслідування. Не розслідування вбивства Шеремета, так і інших резонансних справ, а вони проаналізували всі, і Інтер, і Страна, і вбивство Олеся Бузини, і напади численні на журналістів на всій території України. Подібні сьогоднішні дії української влади по відношенню до журналістів, по відношенню до свободи слова, дуже серйозно підривають довіру, рейтинг і віру взагалі в Украину как демократичную державу. Публично отчитаться о ходе расследования этого резонансного дела правоохранителей призвал и президент Украины. Еще вчера Петр Порошенко встретился с родственниками Павла Шеремета и авторами отчета. Глава государства заявил, сделает все от него зависящее, чтобы провести полное и прозрачное расследование гибели журналиста. Алексей Пшемыский, Вадим Свиридонов. Подробности телеканал Интер.